Всем привет! Помните, как в детстве мы натирали воздушные шарики, чтобы получить заряд? Примерно то же самое происходит, когда крутится грибной вал. Итак, на нем появляется ток. Если этот ток не убирать с вала, он начинает искрить на подшипниках и разрушать их. Чтобы этого не случилось, и придумали систему Shaft Grounding System. Рассмотрим данную систему. Нас встречает милливольтметр. Как видим, значение на нем не должно превышать 50 милливольт. По новой конструкции допускается до 80. Внутри подключаются два кабеля, один заземление, второй к щетке на валу. Вся установка монтируется непосредственно на валу. Давайте рассмотрим, как обслуживать систему. Всегда проверяйте щетки. Контакт должен плотно прилегать к поверхности. Щетка должна быть изготовлена из материала с хорошей электропроводимостью и износостойкостью. У нас есть две щетки, на заземление и одна на милливольтметр. Следите за состоянием щеток. Во время работы они изнашиваются и стираются до пыли. Также проверяем пружину на щеткодержателе. Не меняйте стороны щеток при установке. Они уже притерлись к кольцу и должны оставаться на своем месте. Очищайте систему от грязи, пыли, масла и стружки. Кольцо очищайте ветошью. Со временем кольцо на валу изнашивается от постоянного трения, вибрации, смазки, которая все равно попадает под него и разрушает контакт. Для того, чтобы заменить кольцо, необходимо снять щетки и два металлических хомута. Далее очищаем участок вала. Для этого необходимо использовать электроклинер, растворитель или кадет. Если есть ржавчина, зачистите наждачной бумагой. Новое кольцо может быть больше. Подгоните его по размеру. Делайте угол среза правильным и максимально точным, чтобы щетки не резало и контакт был надежным. Ребята, очень важный момент. Если в ходу вы решите протереть кольцо, помните, что оно держится на двух метрических хомутах. Ветошь может намотать на них и потянуть вас. После установки нового кольца щетки будут к нему притираться. Может появляться много стружки, это нормально. Если остались вопросы, пишите, разберемся вместе. С вами был Олег Уордс. Чисти контакты, береги подшипники и не давай току гулять где попал.